Брестская область Республики Беларусь славится своими чистыми родниками, уникальной природой и мягким климатом. Именно здесь и находится санаторий «Солнечный» АСБ «Беларусьбанк». Он уютно расположился в живописном месте, в хвойном бору на берегу реки Муховец в экологически чистой зоне. Санаторий «Солнечный» – это своеобразный центр здоровья в сосновом лесу. Территория его окружена множеством зелени с использованием элементов ландшафтного дизайна. В этом прекрасно оборудованном оздоровительном центре царит комфортабельная и спокойная атмосфера, которая создает прекрасные возможности для лечения и оздоровления. И здесь при наличии различных уровней комфортности комнат даже самый требовательный посетитель может выбрать подходящее проживание по доступной цене. При приобретении путевки санаторий «Солнечный» предлагает целый ряд преимуществ, которые входят в стоимость пребывания. Это трансфер из Бреста и обратно, охраняемая стоянка для автомобилей, прокат велосипедов, спортинвентаря, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал. Также бесплатные культурно-развлекательные мероприятия, киносеансы для взрослых и детей, выезды транспортом «Солнечного» на экскурсии в Брестскую крепость, Беловежскую пущу, посещение достопримечательностей Бреста. Медицинский профиль санатория – это заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы и заболевания органов пищеварения. К услугам отдыхающих предоставлены оздоровительные кабинеты, оснащенные современной медицинской аппаратурой, комфортабельные, удобные для проживания номера, рационально, а при необходимости диетическое питание, комплекс услуг для занятий физкультурой и спортом. Широкий медицинский профиль, развитая инфраструктура, живописная природа, чистый воздух позволяет сочетать высокое качество лечения с приятным отдыхом. Мы широко используем аэротерапию, то есть длительное пребывание отдыхающих в хвойном лесу. У нас проводятся дыхательные гимнастики. Летом это открытые веранды, прям выходят в лес, и в лесу тоже проводятся занятия. Гелиотерапия также используется, дозированное излучение солнечного света. Мы работаем с каждым клиентом, отдыхающим индивидуально, то есть ищем к ним индивидуальный подход. Для этого у нас разработаны программы. Программы по оздоровлению и программы по питанию. Для деток это часто болеющие дети. Для многих семей долгожданный ребенок, там женское или мужское здоровье. То есть наш санаторий может похвастаться, что у нас уже есть несколько своих же солнечных, как мы называем, деток. Мы всегда остаемся довольны нашим результатом, нашей работой в том случае, когда отдыхающие уезжают с положительными эмоциями, отдохнувшими, оздоровившимися и с хорошим настроением. Курорт подходит для всех возрастных категорий и предлагает различные лечебные и профилактические программы. Здесь широко применяется лечение минеральной водой, способствующее положительному воздействию на организм человека и улучшая общее самочувствие. Отдыхающим предлагается широкий перечень процедур, среди которых нормобарическая гипокситерапия, сухое вытяжение позвоночника, лазерная терапия, а также гидротерапия, бассейн, жемчужные травяные ванны, подводные массажи, физиотерапия, различные виды магнитотерапии, дерсонвализация, лампобиоптрон, парафиноазокеритовые аппликации, всевозможные массажи, фитотерапия, спелеолечение, инъекции углекислого газа путем подкожного введения и многое другое. В санатории «Солнечный» предлагаются не только комплексы лечебного и релаксационного характера, а также косметологические процедуры: спа-капсула, криотерапия местная, криотерапия общая, косметическое обертывание, грязи мертвого моря, янтарь, зеленый чай с вербеной, пневмокомпрессионная терапия, сухая углекислая ванна, реабокс. А для любителей активного отдыха здесь есть тренажерный зал с
современным оборудованием. Детей ждут игровые комнаты и детская площадка. Санаторий «Солнечный» создает идеальные условия для семей с детьми, корпоративных визитов, оздоровительного и туристического отдыха. Гости санатория могут разместиться в номерах главного корпуса или остановиться в современном двухэтажном коттедже. При заселении в коттедже дети до 3 лет принимаются бесплатно. В номерах есть все для комфортного времяпрепровождения. Бесплатный Wi-Fi доступ в интернет, ЖК-телевизор, удобный и современный дизайн. Питание осуществляется в просторном зале на 120 мест, где гостям предлагается здоровое и диетическое питание. Персонал санатория старается максимально использовать весь свой профессиональный опыт, знания современных медицинских технологий и возможности новейших аппаратных комплексов для того, чтобы гости смогли не только активно и интересно отдохнуть, но и восстановить силы и значительно укрепить свое здоровье. В этом санатории я старожил. Ежегодно, со дня открытия, я здесь все время отдыхаю. Но что хочу сказать? Здесь прекрасная погода, прекрасные процедуры, хорошие процедуры. Но самое главное, что отличает этот санаторий, наверное, от других, и самое ценное, что я считаю в данном санатории, это обслуживающий персонал. Это замечательные, прекрасные люди, которые очень отзывчивы, доброжелательны. Поэтому хочется снова и снова приезжать в данный санаторий, отдыхать, поправлять свое здоровье. Санаторий «Солнечный» следует древним традициям лечения, сочетая их с современными технологиями. Здесь можно не только набраться сил, подлечиться, но и зарядиться положительной энергией. Здесь лечат не только процедуры, но и сама природа. Отдыхаем в «Солнечном» мы не первый год. Очень нам нравится здесь. Всегда, в самом деле, остается солнечное, хорошее настроение. Персонал очень хороший, обслуживающий. Процедуры замечательные. И, что самое главное, с детьми отдыхать всегда очень хорошо.